Девиз «Дружба без границ» вновь звучит в Юнармейце, а точнее третий год лагерь встречает гостей не только из Подмосковья и соседних регионов, но и из других стран. Именно в эту смену международную ребята стремятся попасть, чтобы побольше узнать о культуре, истории и традициях народов из других стран, пообщавшись со сверстниками из городов-побратимов нашего городского округа, найти общее то, что нас объединяет. После восстановления, после такого капитального ремонта, наш лагерь «Юнармейц» работает уже пятый год. Вот. И три года он работает как международный лагерь, когда к нам приезжают наши друзья, побратимы. И на этот раз к отдыхающим школьникам из Московской области присоединились ребята из Польши, Молдавии и Белоруссии. Всего же здесь отдыхает более 300 человек. Первое впечатление очень понравилось здесь. Весело, уютно, радушно очень встретили, приятно и все замечательно. Здесь хорошие люди, они довольно милые в общении и буквально все стремятся познакомиться с тобой. Это очень клево. Поэтому я очень рада, что я нахожусь здесь. I'm exciting to discover... Для меня это захватывающе – изучать что-то новое, новые вещи, новые страны. Здесь мне нравится знакомиться с разными людьми, общаться с ними. Я думаю, это очень хорошо. Впереди у ребят несколько недель отдыха в любимом лагере. По задумке организатора, всех их ожидает насыщенная культурная и спортивная программа и, самое главное, общение, которое они смогут продолжить и после отдыха.